Всем привет, вы на канале PlayPanda, меня зовут Дмитрий, и сегодня у нас инди-хоррор под названием «Бабка, часть вторая». Здесь есть еще и дед. Я, значит, записывал видео, и что-то у меня, короче, не получилось, потому что было очень как-то тяжело. Ну, было не то чтобы тяжело, было просто непонятно, что делать. Поэтому я предлагаю поставить практический режим, чтобы можно было, как это сказать... посмотреть изнутри эту игру и все, в принципе. Просто посмотреть, что к чему и почему, чтобы потом, когда будет за нами кто-то бегать, можно было дать отпор, чтобы можно было хотя бы оперативно реагировать. Так тебя же нет, бабуль. А зачем это, что происходит-то? Мы же без них вроде практически режим. Или я что-то не понимаю? Я просто как бы в первую часть я не играл, а это вторая часть. И я просто решил, что первая часть она уже нафиг никому не нужна, а вторая часть она в принципе не... Она достаточно давно вышла. Я не знаю, громко слишком меня будет слышно или нет, но мне кажется, меня должно быть слышно. Потому что я примерно на одном уровне сейчас с игрой. Значит так, нас привезли в какой-то дом. Дали сначала по голове, потом погрузили в машину, привезли в какой-то дом. А теперь мы, я так предполагаю, должны из этого дома выбраться. День пятый, ой, день первый. Всего в этом хорроре 5 дней. Если я не ошибаюсь, 5 дней включительно, 5 дней, то есть 1, 2, 3, 4, 5, ну, короче, ты понимаешь, да, как считать. Сейчас никого не должно быть, поэтому... Нормально с мышкой? Нормально все вроде. Так, I need a hand wheel. Колесо ему нужно. Понятно. Так, блин, на shift стоять, кто придумал на shift? Опа, на C садится. I need a crowbar, это лом. Так, здесь у нас что находится? Здесь у нас находится комната пыток, да? Это у нас... Ага. Понял. Закроем. Что у нас здесь? Здесь у нас подвал, я так предполагаю, раз мы идем вниз. О, блин, нифига себе. Значит, вот... Оп, опа! Glass fuse. Need a padlock key. Need a... Окей, так, Spark Plug, нит газолина, а тут чё? Need a boss steering wheel. Это значит, ему нужно колесо, бензин и свеча. Padlock key внизу еще нужен. Здесь нужен hand wheel. Наверх пойдем, посмотрим, что здесь нужно вообще. Что здесь-то вообще есть? Я просто знаю, что здесь можно выйти через дверь. Выйти через дверь, это логично, правильно? See you soon. Смотри, ты приближаешься. Или что-то... Или скоро, что ли, soon. Coming soon. Это скоро, типа, выйдет, что ли, или что-то такое. I need a safe key. Safe key у нас нет. Safe key у нас... Чего, блядь? Вешалка. Нет. Вот так, Spark Plug, свечку мы нашли. Свечка — это хорошо. Свечка — это значит, можно уехать на лодке. На лодке уехать — это... Опа, дурлок. Что за дурлок? Дурлок. Сюда? Куда это? Или... Или это замок? Погоди. А! И что эти... А, и типа открыть нельзя. Это значит, можно вот так вот запираться. Вот так вот делать. И все, да? То есть к нам никто не зайдет. Здесь можно колупаться, сколько влезешь. Ой, влезет. Я понял. Это удобная, кстати, штука. Это на самом деле очень удобная штука, поэтому мы это будем иметь в виду. Так, что у нас здесь имеется? Телевизор. Телевизор нихера не работает. Мы это видим прекрасно. Так, здесь у нас что? О, лестница наверх. Картины падают. Да, картины падают, точно. И в часах есть что-то еще. В часах ничего нету, картины падают. Дверь открывается. Мы сейчас в ванной, в туалете, в раковине. Вот тут вот есть
дверка, хеликоптер кей, знаешь, Хеликоптер это вертолет, да, ведь? Какой вертолет здесь может быть? Где мне его здесь найти-то? О, что там такое лежит? А в воду, я так понимаю, наступать нельзя, потому что там большой и страшный зверь. Space to drop. А, мы видели это внизу. Так, что у нас здесь? Здесь у нас какая-то ерунда. Крутящаяся. Наверное... I need a wrench. Wrench это у нас гаечный ключ. Гаечный ключ нужен для того, чтобы вот эту хреновину крутануть. Я понял. Ну, не застревай. А, в принципе, нам сейчас ничего... Здорово. Внук, что ли? Вот эта вот книжечка, она мне внушает какую-то надежду на что-то. И правильно делает, что внушает. Дробовик, это, конечно, хорошо. Почему мне нужен ключ для того, чтобы открыть то, что находится, блин... Чего? Это на улице, что ли, что-то? Это этот мелкий, что ли, дребезжит? А, вон колокольчик. Вон колокольчик, он, наверное, в него дребезжит. Это звенит. Weapon key. Круто. Не скрипи. Так, здесь у нас тоже ничего нет. Ну, пойдем. Тут тоже ничего нет. Тут тоже ничего нету. А где что-нибудь есть вообще? Опа. Мне он не нужен пока что. Ботки. Это ключ от лодки. Ключ от лодки мне тоже пока не нужен. Я на лодке не планирую уезжать. Я вообще просто смотрю. Я просто посмотреть пришел сюда. А мясо. Выключись, блин. Зачем ты играешь? Музыка, выключись. О! Хеликоптер мануал. Вертолетик сверху появился. И что мне с ним делать, с этим вертолетиком? Я что-то как-то вообще не это, не это, как его, непорядочно иду. О! Френч. Это здорово, что у нас есть френч теперь, что мы сможем что-то крутануть внизу, на улице. Но мы пока туда не пойдем. Мы должны... Вот я фотку нашел. Вот фотку я нашел, что мне с ней делать? Вот в чем вопрос. Кроубар нужен. А, кроубар это лом. Лом, правильно? Правильно, лом. Я не вижу пустых... пустых этих, как его называют, Опа! Ключ! Security key. Security key это откуда? Не знаю. Кутинг плиерс. Кутинг плиерс это вот. Как, блин, слушай, как все близко-то. Это надо применить. Отлично. А что это сделало? Электричество где-то отрубило? Так, где у нас security key? Security key, security key, security key. Опа. Мы фоточку вот сюда положим. Ну вот она, фотка-то. Что не нравится тебе? Что, некрасивый, что ли? Получилось же все красиво. Так, электричество мы перерезали. Ну ты чего, эй? Возьми. Здесь у нас можно прятаться. Можно прятаться, это хорошо, что можно прятаться. Что здесь? Не скрипи ты. А, это вот security key-то. Опа. Че это? Да. Сейф кей, а сейф кей это чё? Сейф кей. Сейф, 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 сейф. Я не помню, где сейф. Чё это у нас такое? Камеры? Ничего себе. А можно на себя посмотреть, нет? Нет, а чё не показываешь ты меня, эй? Прикинь, меня не видно. Вот это плохо. Ладно, сейф-кейв подождет. Мы тут наверх лестницу видим. Вот наверх лестницы есть, значит, мы туда пойдем. Блин, так. Давай посмотрим.
Опа. Чё это? Something is me... Ааа! Вот куда фотки-то нужны, ёлки зеленые. Я понял, куда фотка нужна. Опа. Дюкт... Чего? Что это? Дюкт кейп или чё это? Я не знаю, что это так. Опа! Вот это для лодки, это для лодки. Так, а тут нужен... Что-то закрыло дверь с той стороны. Будем предполагать, что это не что-то, а кто-то будет закрывать нам эту дверь с той стороны, потому что тут что может закрыть дверь с той стороны? А, фотку нужно притащить. Фотку... Да хватит свистеть там. Чего? Фотку одну еще найти нужно? Я вижу вот тут вот какую-то ерунду. Кто ее придумал, блядь, сюда так ставить? Вот серьезно. Вот какой дурак, блин, который делал эту... О-хо-хо. Серьезно? Ну все. И как? И как я должен что-то сделать здесь теперь? Как я должен туда залезть теперь? А, все, залез, ёб твою мать. Газолин. Газолин это хорошо. Что у нас здесь еще-то есть? А у нас здесь есть еще. Чего? Нет, потом. А... Что у нас здесь еще-то есть? Больше ни хера нет у нас, да? Мы просто вышли из этой комнаты. Так я всю комнату. Я весь дом обшарил уже. Что там? Что не так-то? Я просто что-то не понимаю, наверное. А... Не скрипи. Сейф-кей. Это не вепен-кей, это сейф-кей, получается. Это какая-то ерунда. Давай в ренчку вот о нем пойдем. Потому что мы пока что... Единственное, что можем сделать... Здорово, бабуль. Прикольно. Так, что мы можем сделать? Нам нужен лом вообще. По-хорошему, нам нужен лом. И больше пока что ничего нам не надо. Лом нам нужен. Лом. Лом. Лома нет. А, вот. А, нет. Хеликоптер Кей, блядь. Хеликоптер Кей он нам не нужен сейчас. Нам нужно сейчас просто... Просто чего-то нам нужно. Что нам нужно? Я вот честно не знаю, что нам нужно. Нам нужно все. Все и побольше. Что-то сват... Что-то нехило я так вылез. Здорово. Так, так, а ты меня сожрешь? Не-не-не-не-не, тихо. То есть? А может я не хочу, чтобы ты ко мне лез вообще? И что мне с ним делать? Хорошо, хоть за мной не побежал дальше. Уже спасибо. Да пошел ты в жопу. Что мы можем сделать еще? Нам нужен... Нужно что нам нужно? Нам, блядь, много чего нужно, так-то подумать, если... Я могу прямо сейчас уехать на лодке, по-моему. А, сейф-кей, вот сейф-кей. Вот, я нашел, что где сейф-кей. Сейф-кей. Так, на втором этаже, в security room, наверное, да? Где он там лежит, этот сейф-кей? Не надо тут так делать. Да, вот он. Почему бегать нельзя? Вот почему здесь нельзя бегать? Или он и так достаточно неплохо быстро ходит? Разработчики посчитали именно так? Или что? Почему я должен, блин, ходить так медленно? Дурхендл, дурхендл. Так нахера мне дурхендл, если я хочу... Это вот сюда, вот ручка. Опять вешалка упала. То есть мне вообще никак не помогает это. Мне нужно... Мне нужно что вообще? Вот честно, вот... Фотку? Фотку. Мне нужно к тому мужику... Ой, мужику, пацану пройти. А к пацану я могу пройти только с помощью чего? С помощью... С помощью чего я могу пройти к пацану? К пацану я вообще пройти не могу, потому что он кусается, собака такая. Газолинкан. Вот смотри, у меня есть свеча, руль, бот Кей, газолинкан. То есть я, по сути,
Я мо... А, не могу я проехать там под локей, а под локей он блокирует там что-то. Я не вижу ничего, то есть что помогло бы мне пройти эту игру. То есть мне нужен падлок-кей, хотя бы падлок-кей, чтобы пройти дальше. Смотри. Security-кей, security-кей от этой комнаты. Правильно? Правильно. Молодец, залез. Вот эта вот лодка, колесо, это руль от колеса, ой, руль от лодки. И он нам сейчас никак не поможет. Ни лома, ничего, блин. Дактейп. Что такое дактейп? Это что, блин? Что это значит? Я не могу. Здесь не хватает фотографий, как я понимаю. Фотографий не хватает. Но фотографии, опять же, я нашел не все фотографии. Я нашел две фотографии. А еще две, кто будет... О, блядь. Провалился. Молодец. Еще-то две, кто будет... Да я первым делом сюда, по-моему, пришел. Как я мог... Вот дурак, вот дурак. Вот дурак. Это получается, я так много потерял времени, что вот этим вот занимался. Такс. Все. Пойдем пацана стрелять. Мне к пацану надо пройти, это я точно знаю. Эй! Я с двух выстрелов. Здорово. Два выстрела, блин, потребовалось, представляешь? Я два раза шмальнул, и патроны не подбираются. О! Что это такое? Кроубар. Оружие мне нахер уже не уперлось, потому что я его, это самое... Чего? Ручная граната? Серьезно? В этой игре ручная граната? Какая нахер ручная граната? Мне что, дед глушить? Он, блин, у него флешбеки будут от этой, от Первой мировой, от Второй, какой там, в какой он там участвовал. А, так, в двери у нас есть палки. Палки у нас есть в двери. И есть у нас еще что? У нас есть еще. Внизу у нас коробка стояла. Коробка стояла внизу, и мы ее можем открыть. Да, очень большое спасибо вам за это. Угу. Офигеть, просто помогли. И... Так, где у нас еще нужен был кроубар этот? На втором этаже или где? Я честно не помню. Честно забыл уже, где я бегал, где я не бегал. Здесь ничего не нужно ломать было. Здесь тоже ничего ломать не нужно было. Не скрипи, пожалуйста. Мне и так непонятно ни хрена. Ты еще и скрипи. А, все, вспомнил. Вот, вот тут. Хендвилл, елки-палки, наконец-то. А что наконец-то? Толку-то мне от этого хендвилла, если он, по сути своей, никакого толку мне не прибавляет. То есть хенд... Ой, хендвилл. Я сейчас спущусь в подвал, открою решетку. По сути, я могу выйти, наверное. Наверное, могу выйти. Или нет, или не могу. Патрончики лежат. Патрончики лежат, я их не видел почему-то до этого. Они здесь стояли, нет? Это, по-моему, поднимает решетку, да? Решетку поднимает. Если это подняло решетку... Значит, что-то здесь не так. Здесь, значит, что-то вот еще. Open door yet. Padlock key. Padlock key для всего нужен. То есть padlock key что внизу, что наверху нужен padlock key. А если у меня его нету? Я вот фотку не могу найти. Я вот вообще не могу найти ничего, что мне помогло бы в этом прохождении. То есть что? То есть... Ёб твою мать! Вот она, фотография. В конце от концов... Это вообще, это стыд-позор. Слепой человек. Не увидел я ее. На туалете прилеплена, и я мимо хожу. И что, мне наверх вот это вот все носить? Это издевательство. Это прям, слушай, это очень долго. Это прям очень долго. Еще патроны. Стой, до тех пор, пока мы не нашли ружье, патронов здесь вообще не было. Я же ведь точно, я же говорю, не дурак. Я ж... Хер, да, не докидывается. Печально, что не докидывается. Хотелось бы, чтобы он добрасывал и закинуть все это наверх, а там уже разобрать. А так 100 раз ходить здесь туда-обратно. Представь, это вот я без бабки хожу, а сейчас есть с бабкой.
даже если с одной бы бабкой ходил бы, это было бы вообще трындец. Это тяжело. То есть это вот нужно сделать так, чтобы она меня не увидела. Я вот сейчас уже 20 минут хожу, брожу по этому дому. А так бы это продолжалось уже полчаса, я еще по сути ни хрена не сделал. Это очень долго. О! Открылось что-то. Я так понимаю, к вертолету какому-то. Чего? Круть. Здесь нужно ружье. Ну, то есть, по сути своей, если я сейчас так вот, вот до сюда дошел, да? До сюда дошел. Блять, не могу я... Вот почему он не может в руки набрать все этих патронов, чтобы можно было спокойно жить дальше? Почему он должен идти за ружьем? А где ружье, кстати? А ружье знаешь где? Ружье на первом этаже. Знаешь, почему оно там лежит? Потому что я подумал, что он мне нафиг не нужно больше будет, и я ушел оттуда. Класс. Класс, просто классно. Я вообще такой огромный молодец. А, я не потому, не поэтому. Потому что он это, самое. А, потому что... Я взял лом. Вот почему. Не потому что я там подумал, что-то не подумал. Я взял лом и пошел дальше. Так, смотри, мы вот 20 минут проходим... Да не скрипи. Мы 20 минут проходим уже вот без бабки. Это очень-очень долго, я считаю. Очень долго для того, чтобы просто пройти игру без бабки. Детку вот мы собрали. Это хорошо, это мы большие молодцы с тобой. Опа. Блять. Хорошо, хоть не сбрасывается. Промазал опять. Да... Как-то у меня очень плохо. Я сейчас просто не придрочился еще, подожди. Последний хоть не шевелится. Я бы здесь нашумел, мне кажется, мне сейчас бы все уже пришли. Так. И глаз фьюз. Чего? А ты чё хромоногим-то стал, я не пойму. Куда я вывалился-то? Чего? Что случилось-то, блядь? Я без бабки даже пройти ее не могу, что ли? Глаз фьюз, где глаз фьюз был? Блядь, чё так пугаешь ты меня, не пугай. А, глаз фьюз, глаз фьюз, глаз фьюз. Мне кажется, что... Он, кстати, вот, блин, падает вот с этих вот, как ее называют, в эти вентиляционные входы. Ходы. И ничего не делает с собой. А как упал вот оттуда, вот это, сверху, просто в ловушку в эту, так он, блин, сразу и это самое. Ноги поломался. И хромать начал. Ну, это несерьезно. А где глаз фьюз? Давай еще, блядь, урони все. Я просто сейчас в замешательстве. Где у меня глазовый фьюз? Ни хрена себе здесь. Как хорошо, что здесь есть ружье. И как хорошо, что здесь есть... Ничего больше полезного, я понял. Где я находил... Глаз фьюз? Наверху, может, я находил-то его? Чё я хожу-то здесь? Понизу все. Глаз фьюз, глаз фьюз, глаз фьюз. Блин, слушай, а где? Где я мог его найти? Нет. Здесь его нету. Чё-то я тупую, по-моему. Оказалось, что гораздо проще. Он лежит вот тут внизу. Потому что я очень-очень люблю разбрасывать вещи. И в итоге я ее выбросил просто и все. Я так понимаю, мы сейчас полетим на вертолете, потому что если, блин, верить всему, чему только можно... Хотя, на самом деле, хрен его знает, на чем мы полетим. Где Padlock Key? Где вот Padlock Key? Я, например, его еще не нашел. Мне кажется, что я его не нашел, потому что я его не видел. Вот я хромой, меня прям бесит это, то, что он хромает. Пострелять-то здесь не надо больше будет. Вот она, блин, собака такая. Дальше-то что нужно? Здорово. И правда вертолет. А чё у него лопасти сломанные?
А куда идти? Что делать нужно? А, елки зеленые, это просто быстрый доступ теперь к вертолету у меня есть. А что мне нужно делать-то? I can't helicop start the helicopter yet. Чего? А хрен его знает, а чё ему надо-то вообще? Фуель ему нужен. Газолин нужен. Ёлки зеленые, а фуель, фуель. Так, ладно. Итак, я, в принципе, вроде бы как все сделал уже, даже заправил. Знаешь, в чем прикол? Этой изолентой надо было починить ему лопасть. Лопасть завязал он изолентой. Вообще офигенная логика. Я нашел хеликоптер Кей и сейчас иду в вертолет, чтобы полететь на нем. Я так понимаю, что больше ничего делать не нужно. Вот мне нравится вот эта вот коробочка маленькая с бензином. Во, правда, слушай, да. То есть можно на вертолете улететь. По сути, это не так сложно. Ну, блин, я, конечно, не сказал, что это не так сложно, потому что это реально сложно. Это на самом верху, считай, туда ходить, ходить и ходить. Но, в принципе, интересно достаточно концовка. Только откуда у бабки с дедом вертолет на крыше, это вот отдельный вопрос. The end. Так, ну на этом я хочу закончить. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями, комментируйте. В следующей серии мы пройдем уже с кем-нибудь из них, с кем-нибудь из персонажей, которые враждебные, бабки или дед. Я не знаю, кого именно мы возьмем, но кого-нибудь мы возьмем. Всем до встречи в новых видео, ребят. Всем пока.